Ну что, ребят, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить The Walking Dead New Frontier, да? Третий сезон данной игры. Первый до сезона, ссылочка в описании на плейлист, в принципе, да, вам зашла, в принципе, эта игра. Я увидел это, и мы пройдем до конца. Плюс мне самому интересно, что в итоге, какой будет конец, да, всей этой франшизы, да, всей этой серии игры. Какой конец у него будет, какой финал у него будет, что будет с Клем, что будет с этим маленьким мальчиком, да, который сейчас как грудной. В итоге просто мне просто интересно реально, что сейчас, что будет в этом сезоне и что будет, в принципе, в финальном сезоне, да, данной серии игры. А вы, Саша, подобнее, давайте плитик обязательно, прямо на пяти кушать, прямо чипить копить или пить воды при одном просмотре, а мы, собственно, начинаем. Чего значение в этой серии, что-то имеет сделанный выбор, что-то там такое было написано. Ну, понятно дело, конечно, какой выбор, такой сюжет, такой финал. Так, интересно. Шестой. Так. Давай я тогда помогу, хоть что-нибудь сделаю. Раз я к вам вписался, ну, всегда помогу тарелки. Друзья, родные. К тому же, если их мыть неправильно, то я начну орать, как огромный младенец. I'm a pro at this point. I happen to be an expert. Я мысленно начал побездельничать, но, к сожалению, насчет женщины азартных игр тоже. Ты сама сказала, что я. Я? Да ты с ума сходила. Nah, I know you don't mind, but... Я знаю, что ты не возражаешь, но я здесь надолго не задержусь. Just... Надо просто, you know, знаешь, типа, как встать на ноги чуток. You're right. I don't mind. Ты прав, но я возражаю. Но возражает... Не возражаю, но возражает Дэвид. Так, actually, чуть-чуть, может быть, вообще забудь, что я это сказала. That wasn't for me to. He's always talking about how I'm never around. Вечно говорит, что меня нет рядом. Кстати, здесь ведет себя как будто лапи не хочет. Это сложно. Ну, слушай, он тебя любит. Ты его брат. У него странный способ это проявлять. Ну так что, как думаешь, куда подашься? Не знаю. После всего меня вряд ли даже дадут пизду, короче. Надеюсь, начать все с нуля было бы неплохо. Поезжу, наверное, полежу, что где и как. Меня с собой возьмешь? Конечно. Давай тарелка, я подниму машину. Ну, музыку выбираю я. Кейт, это запомни, тогда не надо. You know, I'm just messing around. Знаешь, я просто дурач, но трудно отказаться от того, чтобы начать жизнь с нуля. Не всегда хотелось побывать в Норвегии, смотреть на северное сияние. Ты будешь путешествовать, а я останусь сидеть тут. Ох ты ж, блин. Это был мягкий стакан Дэвида. Он разорется, как я знаю. Я не знаю, кто, я уже его слышу. It's so annoying. Лучше бы беспокоился о том, что у тебя рука разранена. Обязана. Лучше бы. There you go. Вот так, гораздо лучше. See? Much better. What was that noise? Туда шум! Guys! You're... С тобой. You're gonna be okay. Да, все будет в порядке. Hello? Эй. My CEO gave мне его подарил командир. И нового уже не подарите. Только ты не хочешь выкопать. Чё? Ну тогда почему? О, ну вот опять. Тогда бы не стал ко мне цепляться каждый раз за пятнышко на вилке. Вы оба слишком бурно реагируете. Не такая уж большая беда стряслась. Не лезь, Хави. We don't see your ass for тебе, a year. Гада, год не было видно. Год. После чего, когда вся твоя жизнь покатилась в жопу под окос, мы должны все бросить и раскрадать красную ковровую дорожку для принца Хави. А теперь ты меня начинаешь учить, как мне говорить с моей женой? Дело не в нем. Серьезно? Это он стоит там и зудит меня за то, в чем ни черта не соображает. You know what?
Знаешь что? Ты прав. Это не мое дело. Именно так. Прости меня за стакан. Пожалуйста. Ладно. Это вышло случайно. Я не стал ругаться. Успокойся, я с ним справлюсь. Я просто такое настроение. Поверь мне, это ненадолго. Я не стал с ним ругаться, потому что, ну его нахуй, блядь, пизду, блядь. Ругаться, блядь, из-за того, что... Да не-не-не. Она замужем, там уже не-не, нахер. Меня вообще нет. Не надо. Не надо это делать. Типа, они муж и жена, поэтому, я думаю, не нужно этого делать, в принципе. Как-то их сводить. Их сводить не нужно. О, нихуя. Мальчик, ты чё? Давай, мальчик. О, блядь. О. Эй, спокойно. What happened? Что случилось? They got away. Они ушли. Oh God. Боже. Мариана. Я уже выкопал для нее могилу. Thank you. Спасибо тебе. Бля, ну это жесткая хуйня. Конечно. Это, конечно, жесткая хуйня. Я думаю, у Крем флешбеки какие-нибудь, может быть. Может быть. Бля, ну это прям такое, конечно. Блять. Это пизда, конечно. Такое. Грустненько. Ты заслужила гораздо большего. Черт, так не должно было быть. Хави. Спасибо, что остался. Я думаю, что ты, наверное, спас мне жизнь. И я не мог бросить тебя одну. Ты хороший человек. Достаточно хорош, чтобы спасти ее. Но ты дал своим время оторваться. Это тоже что-то. Погоди секунду. She carried this around for years. Она много лет носила эту штуку с собой. Бля, ну это пиздец, конечно. Это прям очень грустно, хуйня. Бля, разрабы, вы серьезно? Это как в первом сезоне собаку, типа, вот эту собаку закапывать, точнее, откапывать. Блять. Ну это пиздец, это прям вообще пиздец. Мне. Прости, что я так и не нашел для тебя те конфеты. Бля, ну серьезно, ну бля, разработчики, нахуя? Заслужила жить еще так долго. Блять, ну ёбаный ваш рот, разработчики. Это должна была... Ты должна была его похоронить когда-нибудь. Когда-нибудь очень не скоро. Блять, помните, как с собакой в первом сезоне? Кто не смотрел, то посмотрите. Там все ссылочки в описании, в любом случае есть. И подсказка в верхнем правом на прошлом сервере есть. Да, в данной игре, прохождение данной игры. И на два плейлиста тоже, на первый сезон и второй. Смотрите, в первом сезоне, блять, зали. Откапывали собаку, ебать. Осуждаем. Там, чтобы, короче, взять этот какой-то там, этот... ключ лазерный. А тут теперь, блядь, ну я осуждаю, конечно, но это пиздец. Прям, знаете, это еще прям грустнее и грустнее становится. Прям все прям так. Прям грустно, очень грустно все. Да, сожалею, конечно, ему. Сожалею. Ладно, нахуй.
А что это такое? Чтобы когда вот такие сцены, блядь, это прям реально очень сильно, знаете, прям давит и такой, блядь, тебе еще прям вот грустнее и грустнее от этого, прям вот реально. Well, what's wrong? Что случилось? Клем? Клем? Я с ними уже встречалась. Кто они? Please. Пожалуйста. Они называются Новый Рубеж. Когда-то они когда-то были нормально, потом изменились. Это клеймо у них. Клеймо у них вроде инициации. Я вроде как застрял у них в лагере на время, не по своей воле. Там было плохо. Мне повезло, что осталось в живых. Ты их там доставал, что именно? У тебя пора бывает такой нрав? Я тут выбралась, это все, что имеет значение. Они бросили одну из своих машин, это уже кое-что. То, что ты всегда хотела. Я могу отвезти тебя в Прескотт, убедиться, что у твоих все хорошо. Но потом я снова в путь. Лучше останется с нами. Давай просто вернемся в Прескотт. Но все равно мне пока не понятно, почему играем за вот этого, за вот него, блять, а не за нее. За него, а не за нее. Научилась водить машину. Бля, вот это прям пиздец, это прям очень грустно. Реально, это прям вот серьезно очень грустно. Я прям сожалею, конечно. Я очень сожалею, это прям очень грустная сцена была. Очень грустная сцена, пиздец. Даже может тут душераздирающая, да. Больше душераздирающая. То есть, знаете, прям такая прям вот. Ну, грустная и плачевная очень ситуация. Вот все поэтому. Блять. Еще разработчики сделали, что она прям еще удлинилась, то, что ты, блядь, нажимаешь, не хочу вот про это прям вот. Я, конечно, сожалею, но это прям очень грустная тема, ребят, и это прям, да уж, жесткая тема. You're back. Ты вернулся. Мои родные, Элеонора их привезла, все в порядке? Привезла. В порядке. Хотя в порядке — это не то слово, которое бы... Эленор сделала все, что могла. Ты бы тоже шел в лазарет. Добрый вечер, блядь. Ты снова здесь. Знаешь, она про тебя спрашивала. Пожалуйста, скажи мне, в каком состоянии. Ну, операция перенесла неплохо, сколько можно было ожидать. Одно хорошо, попади эти ублюдки чуть ниже, пуля заодно разорвала бы стенку желудка. Осуждаем. Твой мальчик Гейб, свирепый такой. Так хотел помочь, что брать силами я вынужден позволить ему остаться. Да, Гейб, он такой. Но у него сильно шла кровь, и он не выдержал. Что, блядь? Ну так что, когда он встанет на ноги? Пока что состояние стабильно, но у нее продолжается внутреннее кровотечение. Я не хочу тебя обманывать, возможно, это всего лишь вопрос времени. Я рада бы... Я не могу это принять, не могу. Пока что я сделала все, что могла. Прости, Хави. Пойду приведу себя очень хорошо. Тебе имеет смысл поискать Гейба, он уходил, он с очень расстроенным что там. И все же. Еще он уходил очень расстроенный. Ладно, поищу. Уходил очень расстроенный, в этом поищи его, собственно, говорит она. Да уж. Ну, пока что мы только побывали в двух. В двух локациях это здесь. Если вышло ли бы так быстрее, чем на лошадях. Короче, пизду. Не буду читать эту хуйню, потому что, блядь, не успеваю. А, интересно, собственно, как у нее дела? Нехорошо. Да, в общем, не так плохо, как могли бы быть. Нужно было подождать меня, а не убегать тайком. Я бы помог. По крайней мере, в драке я бы пригодился.
Мне это тоже приходило в голову, поверим, но я не мог ждать. Надо было спешить к родным. Еще раз, если он будет... Подожди немного, ладно? Хреновая ситуация. Просто знай, я молюсь за тебя, за вас всех. И что бы там ни было, прошу вас всех поселиться в Прескотте, если хочешь. Кстати, тебя никто не будет. Я ценю твое приглашение, но мы снова двинемся в путь, когда будет возможность. Как хочешь. И это, что хотел сказать-то? Интересно, почему только две локации мы прошли, да? Все, побывали за два эпизода. В двух локациях мы были, в трех, ладно. В трех локациях побывали. Вот, ну там, где, хотя там, где нам давали походить, мы побывали только в двух локациях. Прям таких прям нормально походить, да, то есть. Двух локаций-то здесь и в том домике, да, то есть на свалке. Вот. Интересно, за два эпизода, интересно вообще, куда мы двинемся дальше-то. Ёпта, Вот на таком, смотрите, я как-то летал в Арканзас. Чего нахуй, Арканзас, блядь. Не успеваю, блядь, читать я тебя, Что, блядь, не успеваю читать эти, блядь, субтитры там. Вода, опа, нахуй, сюда. Я думал, просто посмотрит. Ну ладно. Никто ничего не видел, собственно. Водичка у нас есть с тобой, что дальше-то? Так, ну эти со мной не будут разговаривать. Погнали-то дальше, что? Вот с ним попиздим. Выглядит не слишком крепко. Понятное дело. Видишь, тонкие листы металла, блядь. Ой, ты там, ёпта. Эй, ты не видел тут мальчика? Не приходил? Все, руки крови, и рожа вся такая... Что там такое? Прошу голову туда, ни слова не сказал. На том месте я бы его пока не трогал. Я бы рад, но боюсь, не получится. Ладно, только не похоже, чтобы он был в состоянии для разговоров. Кровь-то, я так понимаю, не его. Ой, бля, осуждаем. Ради нее ты должен быть сильным, а что бы ты ни стало. Если бы моя Франсиса была в таком положении, я бы за нее дрался. Сюда. Смотри, чем похоже, помочь-то... Только скажи. Да, спасибо за твои слова. Сейчас нужна помощь, только намекни. Ты пожигал к передним воротам. А, ебать нахуй, наебал что ли, блядь? Поначалу наебал, понятно. Гейб? Да, Гейб, посмотри на меня. Я хочу вернуться и похоронить Мариану. Мы ее похоронили. Все было спокойно. Это могло быть спокойно. Я знаю, Гейб, как тебе ее не хватает, мне тоже. А Кейт, я был ей нужен во время операции, была нужна моя помощь. Бежал, как маленький. Ты пробыл там достаточно, чтобы принести пользу. И за это я тобой горжусь. Ты был там рядом с ней. Столько, сколько смог. Это не считается. Мне надоело это чувство. Чувство бессилия. Не могу больше быть беспомощным мальчиком. Я должен стать мужчиной, таким, как я был папа. Ты уже мужчина, Гейб. Нет. Ну, по крайней мере, теперь я это знаю. В следующий раз я не останусь в стороне. Буду что-нибудь делать. Я должен. Слушай, Гейб. Черт. А вовнутрь, живо! Ну, в принципе, да, не дали договорить, ёпта. Понятно. Может быть, нам надо уходить, посмотреть, чтобы Кейт была готова.
Можешь на меня положиться. Разве я не выгнал нахер? Тук-тук, есть у дома? Бать, что это, бля? Мы их знаем. Это те псих, что ставят себе клейма. Я бы сам хотел, чтобы до этого не дошло, но, к сожалению, я вот бы... А вот Барсук говорит, что это вы напали на его людей. They shot first. They killed my niece. Shot a woman in cold blood. How many of my friends died because of you, huh? Sounds like a bunch of he said, she said shit to me. Херня. Черт, ну и чего вы хотите, извинений? Чего я правда хочу, это чтобы мой погиб товарищ был живо, но это вряд ли случится, не так ли? А он должен пойти с нами, предстать перед судом, получить наказание. Go fuck yourselves. You're not getting shit from us. That gate ain't bulletproof. Don't make me prove it. Fact of the matter is, you stole from us. You killed some of us. Give it up now and get down here. I think they need a little incentive. Chrissy! You hurt her, I'll kill you. Whoa. You didn't tell me you had a hostage. It's gonna be okay, baby. I love you, baby. All right, baby. Just give them what they want. There's no reason this has to get ugly. But we ain't leaving without what we came for. You hurt her, and I'll hurt you back worse than you could ever imagine. Big words. The words are just that. Mercy! Oh my God! Now get your ass down here, or I cut off the rest of them. What the hell are you doing? Javi, please, man, just go with him. You got to. He'll kill Francine. Nobody's giving in to them. We should start shooting. No fucking way. He'll kill Francine. He might kill her anyway, Conrad. We gotta risk it. No, no way. We do not open fire while she's down there. Бан нахуй. Мерси! Это, конечно, был неправильный выбор. А что там? Подожди, я не понял нихуя. Мерси! Так. Бан, ебать. Нам нужно... Не нужно идти вперед. Нахер, извините машину. Ты еще сказал, езжайте вперед. Чё нахуй? Ебись она. Иди отсюда. Давай, до свидания, блядь.
fucking tear gas! I have to find Kate and Gabe. Can you help us? Go, man! I'll hold these assholes off! Эй, ёпта, отстань! Что это такое вообще? Бля, ну нормально, нормально. Бобби! Гейб! Нахуй. Let's just use this. There's enough room for her. Javi! Head east. We'll catch up. На восток мы догоним. А клемму не хрип забрать? Клемму, нет? A new frontier. Заставка, будто, знаете, как будто это был пролог, как будто был пролог. Все, ее забрали, все. И мне кажется, либо еще будем играть за одного чисто, да, персонажа, либо будем, типа, нас будут перемещать между Клем и этим парнем, все. Либо так, либо так, либо, блядь, три персонажа будет, как будто бы. Да, ну это жесткая вообще тема. Вообще прям жесткая тема. Эпизод 2. That Pink Part 2. Угу. Такое вот начало второго эпизода. Они что, у нас на хвосте? Просто другая машина. Похоже, что все хорошо. Эленор! Элен, слава богу. Не могу поверить. Наши друзья, все эти люди... Бля, ну мужик. Ох, Конрад. I'm sorry, Conrad. Мне очень жаль, Конрад. You're sorry. Тебе жаль? You're sorry. Тебе жаль? You're the one who opened fire. Это ты стал стрелять. She's dead из-за тебя она погибла. Conrad? Конрад, спокойней, друг. Тут нет его вины. Чушь собачья. Франсина Прескотт. Прескотт. Из-за того, что пролизанный хмур вошел в наши ворота. I should have known it the second I looked at you. You ain't gonna stand up for nobody but your own. We just lost someone too. So, say what you have to say. What? That's supposed to make me feel better? Calm down, Conrad, please. All I know is, if it wasn't for him... Back the fuck off, now! Just back away! Take it easy, son. Gabriel, put it away! Now! He's gonna hurt you! No way! Just do it already. I don't even care anymore. Just put it down, Gabe. You kill an unarmed man, you'll regret it for the rest of your life. You hear me? Don't touch my uncle again. So, so nice. Fuck me. Gabe! Let him go. He just needs to cool off. Hmm.
Надо вернуться. Надо ее похоронить. Я бы рад, но Прескотт не захвачен. Не можем. Да, и здесь тоже не безопасно. Может быть, в Ричмонд? Говорят, там живут люди. Если это правда, у них есть еда, защита. Может быть, даже больница. Они отняли у меня мой дом. Они отняли мою. Черт возьми. God damn it! You want revenge? Ты хочешь отомстить? You're gonna need help. Maybe going to Richmond is the way to get it. Может быть, чтобы это устроить, и надо. Richmond. Richmond? Значит, по крайней мере, это хоть что-то. Yeah. Пошло оно. Двинулись. That's a spirit, man. Вот это молодец, старик. Эй, Гейб. Ой. Ты в порядке? Может, у них что-нибудь завяжется. Надеюсь, ты можешь обоим пойти на пользу. Тебе бывает нужно пообщаться. Come on, guys. Поехали, ребят. У нас еще же долгий путь. Вот так вот. Давай мы с тобой вот на этом, я думаю, и закончим, да, данную серию. Потому что, собственно, да, уже... Ну, и, короче, да, закончили на эту серию, да? Коротенькая серия получилась, хотя не сказал бы, довольно-таки длинная тоже. Вот. Спасибо за просмотр, такая серия была интересна довольно-таки. Блин, интересно, что будет дальше. Спасибо за просмотр, такая серия была. Ставь лайк, подписывайся на канал. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе несложно, мне приятно, спасибо заранее, кто это делает. Поддержка мне и продвижение канала. Ваша поддержка мне, блин, для меня это очень ценно, и реально спасибо заранее, кто это делает. Для вас это секундное дело, прям вообще вот прям секунду нажать лайк, подписаться, все. Комментарий уже по желанию, да, там, вот. И все, ребят, и по факту проявили так свою поддержку мне, я это увидел, и делаю все больше и больше контента. Спасибо еще раз за просмотр, ребят. Увидимся в следующих сериях, давайте.